Алло, добрый день, дорогие россияне. Это репортаж из Тибета, Тибет-Гималой, священное место Далай-Ламы, его резиденции, где ежегодно проводится его речи о мире, о дружбе. Сюда собирается из со всему континента, из всего мира. Приезжает миролюбивый человек, который писмейкеры, еще почетный миротворец из всего мира. Он сегодня отмечается этот великий день. Далай-лама сам себе совещается здесь, и он потом читается молитву Бога, Будда, чтобы наш планета были защищены. Но он специально для России тоже молился, чтобы западные это развязывание войны, чтобы Россия не перемыкла. Он желал России крепким и могучим, великим Россиям, чтобы он защищал от империализма, от капитализма. Вот поэтому он сегодня и также молился на азиатских народов Индии, Бангладеш и Китай. Вот. Я как представитель и эксперт эко города Москвы, я участвовал в этот международный фестиваль и в Тибете. Вот для вас специально отправил этот репортаж и эксклюзивный вот репортаж для россиян и для всему миру. Спасибо огромное, Муллак МД Шахадул, доктор Парвез, Шахид Парвез из Тибета. Этот петиция, который символ народа мира, он возвращается всему, он улетает сначала в других странах и потом возвращается опять же Далай-ламе. Его вот видите, как его картине, где там он же свое место нашел. Но это признак любви, дружба народов между разных странах. Специально для эко-города эксперт доктор Муллак МД Шахадул Парвез.